Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. Сегодня на обзоре сеялка зерновая Быстрица 2014 года выпуска с захватом 6 метров. В хорошем рабочем состоянии, не требует на данный момент никаких капиталовложений. Давайте сейчас проведем беглый осмотр. Диски. Техника в реальном хорошем состоянии. Бункер. Патрубки. Вот такое состояние колес. Техника была на хранении. А вот и диски поближе. Давайте вам покажу здесь все узлы. Рама без сварки, не вижу никаких сварных дополнительных соединений. А вот, по-моему, вот тут было что-то. Гидравлика без видимых потеков. Кстати, друзья, кажется, дождик начинается. Друзья, напомню, нашу технику можно приобрести как в лизинг, так и кредит, за наличные средства и без НАУ. Рассматриваем варианты обмена. Так что, друзья, кто заинтересовался, звоните, пишите. Договариваемся на осмотр более детальный. Всем спасибо за просмотр. Пока.